Сергей Лазарев дал свои комментарии касательно слухов о романе с мужчиной. Сергей Лазарев решил прокомментировать появившиеся недавно слухи о его отдыхе с мужчиной и о романе с ним. В последнее время во многих средствах массовой информации появилась новость о том, что певец приехал в Сочи отдыхать и поселился в одном номере с криптомиллионером Алексом Малиновским. Для ответа Сергей выбрал социальную сеть Instagram, где показал, с кем на самом деле отдыхает в курортном городе. В кадре с Лазаревым была эффектная блондинка, которая также находится в Сочи на отдыхе. По поводу слухов о своем романе с мужчиной Сергей заявил, что эта информация исходит из желтых говносайтиков, и он на подобные новости совершенно не обращает внимания. По словам певца, он наслаждается отдыхом, веселится на дне рождения Гриши и Саши Малиновских. Я более чем уверен в том, что после, по результатам сегодняшнего вечера, у говносайтов будет больше поводов писать и еще раз писать, заявил Лазарев.